Да, скажи, всем привет, наши подписчики. Всем доброго времени суток, наши дорогие. Что, Дима? Дима, убирается, скажи. Убирается. Что ты? Ой, ой, ты маму лохматить хочешь, да? Да. Папа. Ой, не надо камеру трогать. Да. Ой, какая игрушка у Димы новая, да? Да, от духовки. Многофункциональная. Да. А еще какая у тебя? Еще у тебя есть игрушка многофункциональная. Покажи. Какая у тебя еще игрушка, Дима? Кто у тебя там? Ну. Никак поймешь. Ага. Ложечка еще детская. А еще... Застряла. Палка застряла. А батюшки, застряла. Все. Застряла. Палка, да, застряла. Застряла там. В кроватку спать ляжешь, а у тебя там палка есть, да? Палка, да, застряла там, да? Палка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, прибирайся. Вот, умничка. Прибирайся. Надо прибраться. Ой-ой-ой, мама уже прибралась немножечко. Да. Теперь твоя очередь, да? Давай, молодец, мама. Ой, умничка такая. Все убирайся. Все убирай. Вот умничка. Там еще остались. Тут сколько игрушек понабралось, да? Ой, там игрушки. Ой, бедная. Мимо бросил. Давай. Давай, бери. Все игрушки бери. Вот, молодец. Давай еще. Вот, бери. Аккуратненько. Ну что ж ты их так швыряешь-то прям? Все звенит у нас в ящике. Ой, умничка. Ой, какой умница. Молодец. Вот мы как мы убираемся, скажи. Чуть подальше. Молодец. А эту куда понес? Тоже положи. Забыл, что надо положить ее, скажи. Забыл, что ее надо положить. А эту куда понес? Играть будешь? Ну, играй. Поехала машинка. Поехала. Поехал. А, приехал обратно. Ой! Ну вот, мы складывали, а ты вытаскиваешь все. Ну, вытаскивай. Что ты будешь делать? Давай, безобразие. Это кто? Давай сюда. Ой. Это кто это у нас? Ай, под ноги не смотришь. Хорошо. Кто это у нас, Дима? Дима, это кто это? Привет, Дима. Давай дружить. Давай. Чмок.
Кто это? Морской котик, да? Котик. Та-та-та-та-та, давай. Та-т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 а
барабанщик. Да, котика, вот он как. И барабанщик юный, да? Да. Та-т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 а. О, о, иди ко мне. Иди ко мне, иди. О, ты какой мордашки на меня. Ой, ты какой зайка. Да? Зайка. Ой, ты. Зайчонок. Ты чей? Ты мамин или зайчонок, правда ведь? Мамин? Мамин? Че ты молчишь? Та-т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 а. Домик построй, Дима. Ага. Поставь ее ровно. Ой, 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 ты какая у него игрушка-то. Ага, держишься. Залез. Тебе еще воды, да, туда налить? Хорошо сидится. Посидели и вылазим. Та-та-та-та-та-та-та-та. Зацепиться не за что. А, не понял. А как вылазить? А, а. Вот, молодец. Построил уже что-то. А что у нас там под столом, под кроватью? Куда ты полез? А ты как там? Покажи, Дим, что у тебя там? Ты все строишь. Ага, пук. Ай-яй-яй, все пойдешь. Ай, падает. Ну вот, наконец наступил тот день переезда. Переезда имеется в виду вот этого всего сейчас с кухни. Мне нужно перетащить в свою комнату. Сейчас я буду все это перетаскивать. Останется здесь только вот холодильник и стиральная машинка. Вот здесь уже угол вчера убрали все. Досочки лежат, они выравнивают линолеум. Здесь я сегодня уже вот он где, заклеила специальный. Не клей, а холодная сварка, что ли, вот как-то так он называется. Все проклеила, там сейчас все подсыхает. Завтра уже будут устанавливать кухонный гарнитур. И, ну, к завтра, я думаю, она подсохнет. Проверим.
Вот здесь тоже все отсоединили. Такой красный угол получился. Вот, а еще мне нужно будет туда залезть, кстати, посмотреть. Ну ладно. Здесь у меня уже все покрашено. И здесь сейчас вот это вот все. Сейчас все кладется на стол. Со стола потом буду все это убирать. Это я сейчас буду все двигать. Двигать пытаться я сейчас буду все это одна, скорее всего. Потому что Жене это не очень надо. Ему это не особо интересно. Вот, сейчас посмотрим, что у нас из этого выйдет. Начнем. Потом я вам покажу, как там все это получается. Ну вот, смотрите, уже стало у нас так вот. Ой, перетащила я тебе. Блин, очень тяжелая. Не прям очень, довольно тяжело перетаскивать их. Сейчас покажу, как они там встали. Встали у меня вот так вот, где-то маленький вот узенький тут проходик. Не очень удобно. И тут я вот только сейчас вспомнила то, что нужно будет, мне кажется, перетащить вот эту две штуки. Это весит 30 килограмм. Не знаю. По-моему, она тащится, ее можно тащить. Потому что, когда мне ее привезли, ее поставили вот сюда, и я ее сюда задвинула. Не знаю, что получится, посмотрим. Вот, честно говоря, это немножечко даже обидно. То, что он отказался мне помогать. Все это перетаскивать. Вот. Ну вот, уже стало так вот. Немножечко осталось на подоконнике. Тут сейчас буду микроволновку переносить. Замочила уже швабру. Буду полы сейчас мыть. Все это уберу, помою полы. У меня будет как раз чистенько. И завтра они занесут. И все положат. Хотя не знаю, есть смысл мыть полы. Все равно грязь завтра. Ну нет, ладно. Замочила, значит помою. Вот еще вот эти мешочки осталось. Немножечко уже осталось. Но устала очень сильно уже. Спина уже болеть начинает. Вот так это выглядит. Пока я таскала, шумела. Время уже 6. Проснулся Дима. Сейчас пойдем его смотреть. Ока, ты проснулся? Опа! Ой! Ой! Кто это здесь? А смотри, что у мамы там. Око, окно, да, окно. Что у мамы, посмотри. Мама там таскает одна. А? Будущий мой помощник. Настя, ты что? Окно, да, окно это. Да, зайчик мой. Дядя. Да, мама. Мама пришла. Да. Да, зайчик. Ну вот я все и убрала. Наверное, за какой-то часик. Полчасика. Туда же эхо стало. Все, уехала. Сейчас я подмету. Помою полы. Пилот тоже уберу. Останется, надеюсь, что Женька мне поможет. Нужно холодильник туда задвинуть и немножко в ту сторону. Надеюсь, что хотя бы в этой возможности он мне не откажет. И нужно задвинуть стиральную машинку, потому что она вон там сколько места занимает, чтобы они не стали сами двигать. Ее надо будет задвинуть и сейчас покажу. Поменять ей эти вот резиновые штучки, которые мы с вами покупали в Эльдорадо. Все тоже надо, ее тоже надо помыть, кстати, чтобы потом не будет удобно ее мыть там в шкафу. Вот, будем дальше работать. Ну вот, я перетащила духовку сама. Она очень тяжелая, 30 килограмм весит. Где-то я здесь вот на стыке ее пришлось поднимать, потому что здесь вот линолеум, он начал загинаться. И чуть-чуть, потихонечку я поднимала. Ну, здесь вот не так много тут. 4-3.5 метра, наверное. Вроде так-то ничего порвутого нету.
Но тяжело было, ужасно тяжело. И немножко пронесешь, ощущение было, как будто я бежала, аж задыхалась. Насколько было тяжело. Очень. Представляете, 30 килограмм уже по сравнению с духовкой. Когда, знаете, ее привезли, для меня вот эта вот панель была очень тяжелая. Сейчас я ее поднимаю спокойно, она для меня стала легкой. Как будто весит килограмма 2, наверное, 3. Вот, это тоже было для меня тяжелой. Но она чуть потяжелее, наверное, и осталась. Вот. Стоит. Уже полдела сделано. Вот я представляю удивление мужа. А, ты что, все сама перетащила? Да, сама. Какой. Там залезла, тоже тряпочки протерла, там все чистенько. В прошлый раз убирались. Табуретку вот эту оставлю им, свою заберу. Это сломают. Вот. И с утра, наверное, уберу эти доски. Здесь я, кстати, заклеивала. Нет, не видно уже. А, уже это. Я думала, все липнет. А то там написано, сутки надо заклеивать. Тут был разорванный линолеум. Все вы помните, предыдущий можете посмотреть. И вот заклеила холодная сварка. Вот. Ну, надеюсь, тут все хорошо. Сейчас я буду. Дима проснулся, сейчас буду его кормить. Вот, и ждать Женю, потому что, как я говорила, холодильник надо подвинуть нам. Вот, и подвинуть вот эту. Хотя сил у меня уже нету просто. Это сложно. А еще да, я тут все помыла, перемыла. Какая-то висит бумажка. Ее надо отобрать у себя. А то потом задаримся. Вот эти вот ручки. Я сначала не хотела за них. Думаю, то она так это тут на булочках так держится. Я думаю, сейчас разломаю ее, а потом вспомнила, ее же привозили к нам, тащили ее, поднимали. Поднимали к нам ее без коробки, потому что она в лифт не поместилась. Думаю, ладно. Пришлось взять за ручки и тащить. По чуть-чуть, по сантиметру, по два, с одной стороны, с другой стороны. Но поднимать. Вот. Такой день у меня сегодня. Знаете, еще забыла сказать вам. Никогда, именно девушкам, девушки, никогда не говорите своим парням, с которыми вы встречаетесь, планируете, возможно, жизнь вместе. Ну, в принципе, это когда встречаетесь с парням, с парнями не говорите никогда, что вы можете поднимать тяжести, что для вас это легко. Подумаешь, там взять сумку там 25-килограммовую и донести ее там с магазина до дома, например. Что-то в этом роде. Никогда не говорите, иначе они потом будут просто пытаться сделать так, чтобы вы носили сумки, а они отдыхали. В принципе, вот он пример тому, как получилось у меня. Когда мы с мужем встречались, я ему говорила то, что я могу спокойно носить сумки тяжелые. От 10 килограмм, 15 килограмм, 25 килограмм даже поднимала сумки. Прекрасно поднимала на 4-й этаж без лифта. То есть для меня это вообще было шикарно. Норма была. И 30 килограмм сумки я носила, и баклажки 5-литровые. Там по 2, по 3 штуки в руке. Да, как бы было тяжело, болел позвоночник, руки болели, ну... Была молодая, было нормально. Вот. И на фоне всего этого, конечно, муж считает, что я могу сама поднять все это. Подумаешь, болеть спина. И у него же будет болеть, а у меня. Вот такой маленький совет. Вот. Надеюсь, что у меня завтра не разболится спина, и я смогу встать, потому что завтра мне вставать в 8 утра, потому что в 9 уже приедут. Будут устанавливать кухонные гарнитуры, устанавливать они его будут, как мне мама сказала, целый день, оказывается. Я думаю, как-то это быстренько все будет. Ну, нет, наверное, целый день. Потом вам все покажу, все расскажу. Наконец-то настанет этот день. Вот, завтра как раз еще Диме ровно 1,5 года, 1,6 года. Праздник. И вдобавок кухонную гарнитуру прям приедет. В маленький день рождения Димы.
Вот два праздника. Пи-пи-пи. Димочка. Мое счастье маленькое. Мама устала, перетаскала все. К Диме зашла. Дима улыбнулся. Маме хорошо стало. Да, время уже 7:30. Через полчаса Дима будет спасенький уже ложиться. Что здесь такое? Что тут такое? О, тут все завалено. Еще позвонила мама. Сказала, что это все нужно сдвинуть, потому что будут заносить шкафы собрано, вернее, в виде. Вот, и надо, наверное, сейчас еще вот это вот все будем двигать. Вот до сюда, чтобы не было хотя бы туда проход завтра. И там освободиться как раз место немножко. Что ты тут делаешь? 9800? Взвесился. Молодец. Все, пойдем. Я знаю, знаю. Ты умеешь взвешиваться. Всем пока-пока.